Всем приветики. Купила себе такой вот вибромоторчик, две штуки. Шень в таком вот пакете и с бумажкой. Еще был пакет самой упаковки. Ну, вернее, посылки тоже был пупырчатый. А все, что положил продавец, это вот эта вот пупырка. Потом бумажка, в которой он благодарит нас за покупку и надеется, что нам все понравилось. А если нам что-то не понравилось, то он просит связаться с ним и просит поставить положительный отзыв 4 или 5, потому что это помогает рейтингу его компании. И просит не ставить 1, 2, 3 и 4, если что-то не понравилось, потому что... Не ставить 1, 2, 3, 4, потому что это означает, что что-то не нравится нам. И это как бы отрицательно влияет на рейтинг, и лучше сначала связаться с ним, он попробует решить нашу проблему. Вот такая вот как бы просьба от продавца здесь лежит. Вот. Ну и сами вот моторчики получается. Две штуки в таком вот пакетике пришли. Ну, я думал, что они будут побольше, честно говоря. Намного, намного больше. А они такие миниатюрненькие вообще прямо. Я даже не ожидал. Я думал, намного больше будет. Ну, корпус у них такой слегка зацарапан. Как будто бы они уже где-то повалялись. Как будто бы они не новые. Ну, такие мелкие царапинки, оно не особо-то и имеет значение. Вот сверху такой вот противовес, типа дисбалансный, который создает всю эту вибрацию. Если его снять, то будет просто обычный моторчик. Маленький моторчик. Вот. Сверху у нас показан плюс. Потом здесь что-то там написано. Сейчас я гляну. А написано там цифра 10. Не знаю, видно или не видно. Цифра 10. Написано. Ну, в принципе, не важно. Мне кажется, как, нет разницы, сюда подключить плюс или минус, или сюда. Он просто будет крутиться либо в эту сторону, либо в обратную. Вот такой вот моторчик. Вот он. Сверху вот так вот выглядит. Сзади вот так вот. Выглядит второй такой же, абсолютно одинаковый. Вот он. Такой же в точности. Тоже царапинки есть, здесь даже побольше. Вот сзади все то же самое. Все то же самое сверху. Сверху тоже все то же самое. Вот. Работает от 3 вольт. У меня есть от фонарика аккумулятор 3,7 вольта. Потом по размеру. Что у него по размеру тут? Ай, улетел. Сейчас. Это получается у нас он всего лишь сколько? Почти что это получается 15, 16, 17. 8, почти что 17. Почти что 17 миллиметров. Ну и остальная часть. Так, здесь получается сколько? 15, грубо говоря. Здесь 12. То есть вообще маленький. Только маленький, тоненький. Весь такой миниатюрненький. Второй точно такой же. Ну вот. Так, потом аккумулятор. Вот у нас аккумулятор. Из фонарика. Достаем. Сейчас можно затестить. Надо только провод взять. Так, вот он провод, я подключу так, как там нарисовано, к плюсу. То есть вот он плюс. Вот, а минус. И плюс на аккумуляторе, где он там, вот он. А минус мы зажмем другим образом. Так, это сюда. Прижмем пальцем, она уже здесь выскочила. Блин, как неудобно. Очень неудобно, надо как-то это все зацепить. Чтобы оно держалось. Неудобно. Нужен для таких случаев паяльник. Я его, кстати, приобрел. Так. Сейчас подключим. Сейчас, минутку. Ну, в общем, вот. Подключил я. Один провод в плюс засунул. И на батарее к плюсу прижал. И сейчас дотронемся до минуса. Только
только как это, чтобы видно было. Я надеюсь, видно и слышно. Сейчас. Вот он двигается, только не в фокусе, жалко. Сейчас. Ага, так где-то уже проводки не хотят. Все, вылетел проводок. Но этот работает. Вот, второй. Второй можно попробовать подключить. Сейчас подключим. Так, вот и второй. Я туда уже засунул провод. Сейчас, блин, да он выскакивает. Вот неудобно как бы. Все, я так этот провод закрутил уже там. Что? Он уже никуда не денется, по идее. Вон он сидит там. Хорошенько так. Ай, не там фокус. Теперь на пальцах, блин. Алло. Вот он. Блин, не ловит. Не ловит то, что нужно. Вон он сидит прямо там. И теперь сейчас прижать плюс сюда, потому что вот это плюс, и здесь вот это вот плюс. И минус с минусом соединить. Вот оно работает. Получается, видно, что... Вот оно двигается. То есть два моторчика работают идеально. Все хорошо. Ну и, естественно, вибрация чувствуется. Слышно должно быть. Сейчас. Вибрация идет. Хотя, я думаю, что можно было взять помощнее, на 12 вольт. Тогда, чем меньше вольт, тем меньше оборотов. То есть, от 3 до 12, там, по-моему, из 3 вольта дальше он слабо крутится. 5 сильнее, там, 6 сильнее, 7, 8 еще сильнее. 12 максимум. А здесь он от 3, это вот уже есть его максимум. То есть, вот это максимум, потому что здесь вообще 3,7. Вот. Так что работает. Вот такая вот штука прикольная. Еще можно послушать звук, который она передает. Вот, например, у меня есть коробка от лампочки. Вот если взять его, допустим, запустить. Просто запустить. Вот. Сюда присоединить. Потом сюда. Вроде бы не сильно. А если положить на эту штуку? Не, не сюда, вот с этой стороны лучше будет. Чтобы оно не прикасалось к крутёлке. Сразу слышно. Передается, то есть вот так. Так сам мотор вибрирует, без лишних звуков. А так уже, получается, коробка вибрирует. О, так оно и в телефоне, когда стоит. Тоже у нас в телефонах стоят моторчики. Вот в телефоне стоит такой маленький моторчик, только намного поменьше. И когда он начинает вибрировать, вся эта вибрация передается как по коробке, и он такой весь и все слышно. Вот. Так и тут. Как-то так. На этом все. Всем пока. Покедова.